Уровень изношенности инженерной инфраструктуры в Шымкенте высокий. При этом в департаменте по регулированию естественных монополий заверили, ситуация под контролем. Апгрейд сетей разделили на три группы. Красная зона, желтая зона, зеленая зона. В ведомстве пояснили, что в сфере теплоснабжения уровень износа энергоорталых-3 составил почти 60%, куаджулуорталых-3 – 40%, в сфере водоснабжения сети изношены до 60%. Утверждены дополнительные инвестиционные программы для водных ресурсов и маркетинга. А для остальных сейчас инвестиционная программа у них есть, у них реализовываются эти программы. Откуда эти деньги? Инвестиции? Они инвестируются через тариф. Глава департамента пояснил, заявки на повышение тарифов от коммунальных предприятий с изношенной инфраструктурой в антимонопольный орган пока не поступали. 1 июля возможно изменение цены газа. Есть изменение будет заработной платы по статистическим данным. Возможно, будет изменение, но... Насколько будет газ? Сейчас не могу сказать точно. Это регулируется Министерством энергетики в целом. И на сегодняшний день у нас заявок на изменение тарифов нет. В департаменте пояснили, что ранее были инвестпрограммы по обновлению инфраструктуры объектов, но это не привело к снижению износа коммунальных сетей. При этом жители мегаполиса жалуются на частый перебой с водой, электричеством и теплом. Понятно, что одним повышением тарифа тяжелое положение в коммунальном хозяйстве не исправить. Шудин Саидов, Талгат Абдинабиев, Александр Крапивкин, информационная служба телекомпании ОТРАР.